Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Давай зайдем на арену и соберем свои награды. Так, 15 роботов-толкателей плюс сундучок. Ага. Так, эльфик, деньги, трансформатор и жнец. Так, новый сезон, сентябрьский, понятно. Так что погнали в бой. Высшая награда у нас будет робот-толкатель или робот-спортсмен, так его называю. Так, ну здесь мы выберем с тобой, наверное, вот... Подожди, а, ну да, вот эту команду. Как бы не жалко здесь потратить, да, одну энергию на прохождение арены. Ну ты сам прекрасно понимаешь, что мы сейчас с тобой сделаем. Вызываем просто одного самурая, и он тут разрубает, разносит все к чертовой бабушке на куличке. Так, где он там идет? Идет. Заметь, что уже не такой расплывчатый, как у нас было. Видимо, исправили немножко баги. Раньше он был немножко расплывчатый. Если не веришь, можешь посмотреть предыдущие серии. Он тут такой немножечко какой-то смазанный. Здесь он вообще четенький идет. Тыч! Ну, никто, надеюсь, не удивлен, что он с одного удара снес этот замок. Чего? Какое-то новое достижение. Чемпион, 2000 опыта. Интересно. Раньше что-то у меня не было этого всего. Достижения не работали. Так, а что у нас здесь? Давай посмотрим. Что разыгрывается у нас? Ну, тыквоголовый, понятно. Он у нас прокачанный по фулке, поэтому я не пойду на эту ежедневку. Зайдем с тобой в магазин, глянем, что у нас тут есть. Так, сделки, сокровища. Охотник за карточками я получил. Стоп. Подожди. Посмотреть. Хм. Странно, раньше давали нам за бесплатно. Что-то сейчас нифига такого нету. Запрос, запрос и запрос. Так, одержи победу в битвах на 10 аренах. Это я сделаю. Так, проведи игру отрядом опять. Это я тоже сделаю. В общем, погнали. Давай смотреть, где мы с тобой вообще находимся. Так, нам нужно высшее разрешение. И когда вы получаете телефонный звонок, давай, фиг с ним. Подожди секунду, а почему я здесь... Да погоди ты, господи, почему я здесь сундук-то не забрал? Что-то как-то странно немножко. И... Я забыл, что ли, сундук забрать в прошлой серии. Что-то как-то странно. Ладно, фиг с ним. Так, ну что, друзья мои, поехали. 98-99 уровень. Как ты видишь, здесь страж. Плюс морской пехотинец слизень. Ну, против этих ребят, в принципе, можно особо не париться. И возьму я, наверное, вот этот отряд. Нет, возьму я не этот отряд, а вот этот все-таки. Поехали. Ну да, будет сложно, конечно, с этим... Со стражем тут справляться. Хотя, если мы вызовем, например, некро, она своими колобками просто забомбит его. Наверное, нам так лучше сделать. Колобки у нее очень... жесткие, бомбят сильно, и он там замучится от них отбиваться. Ну-ка. Так, и воблера еще позовем с тобой. А, ну если слизень, да, у него массовая атака, ребята, поэтому... О, самурай у нас упал. Да что ж ты будешь делать-то, а? Станет и станет. Все. Нет, не все. Так, давай тыквоголову позовем к нам в помощь. Он-то сейчас тут начнет буянить. Понеслась душа в рай. Все, победа. Окей. Ну что, продолжаем. Восстать из мертвых. Для новичков, возможно, это полезно, но так как у меня все есть. Награды, сундук. Один гем. Ты серьезно? Я понял, короче. Ну что, мы с тобой продолжаем поединки. Ох ты. Здравствуйте, приплыли. С какого перепуга здесь хищнец? Я тогда вот эту команду беру. Ну что же, я в принципе готов. Я жду, где этот хищнец. Пускай идет. А что ж ты его не... Вот он, выпустил его. Выпустил. Прыгает. Ну, тут все довольно легко и просто, ребята. Вот так это делается. Но не забывай, что он опять сейчас вызовет хищница. Видишь, да, что происходит? Ага, захотел чего. Мы не в первый раз играем в эту игру, так что нас уже тут не обманешь. Угу. На-ка. Получил свое.
Вот здесь немножко, блин, потяжелее будет. Так, куда ты разогнался тут? Объясни мне. Так, давай, Паладиныч, выходи. Наказывай этого хищница. Ураганчик применяем. А, все, все, сдулся вражина. Противный наш. И тем круче. Так, продолжаем. Без остановки, но нон-стопом просто будем шпарить с тобой сегодня. Ох ты, уфо. Пришелец собственной персоны, да? Явился, не запалился. Как же я рад тебя видеть, в кавычках. Ну что тогда нам здесь придется делать? Вызывать, наверное, первым воблера, пускай его похищают. Нет, наверное, самураи все-таки нет воблера. Воблер пускай бежит, я знаю, что его похитят. Лишь бы просто похитили, а не переманили, как они любят это делать в последнее время. Так, ну что, бабка-колдунья пошла. Пошла. Самурай тоже у нас пошел. Похитит, да? Похитит. А почему корни-то? Блин, корни не там, где надо, сработали. Ё-моё. Вот, смотри, зато здесь страж немножко какой-то смазанный вместе с этим, со слизнем. Видишь, вот я об этом говорил. Да ну, хорош. Самурай стрелили. Ребят, ну тут фейл тогда получается. Он еще и самурай против меня. Ты сейчас, блин, серьезно это все? Эй! Хары, завязывай давай, парень. Что-то мне это все не нравится. Опять страж. Надо больше бабок этих некро призывать, чтобы она побольше этих скелетов вызвала. Ага, похищает, молодец. Похищай, пришелец. Этих колобков мне не жалко, нисколечко, поверь. Распетрушили. И идем с тобой спокойненько дальше. Я думаю, что замок мы сейчас тут разнесем с тобой все-таки. Уже тут ему ничего не поможет. Давай, 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 некро. Фига там взрывы. Все? Просто снесли. Там два тыквоголовок. Что-то так они жарят больно, да? Ты заметил? Мне такое ощущение, что показалось, что они как-то мощно начали тут. Опа, хищнец. Переключаемся с тобой на вот этот отряд. А, там еще и тритон у них. Тут еще и тритоша будет. Окей. А вот против тритоши как? Давай, знаешь, что мы сделаем сейчас с тобой? Пока тут никого не вызывает, я, наверное, друидку успею вызвать. Друидка выйдет, все, ребят, тут хана. Уже им тут ничего не поможет. Да, смотри, они даже не спешат. Они даже не спешат. Ну, вызвал он этого стража. Пока он там доковыляет, мы успеем с тобой вызвать друидку. А дальше... Адьюс, амиго. Да? Конечно. Ой. Стоп. Так, 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 так. Тихо, 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 родной. Отдуплился, молодец. А ну-ка иди сюда, Тритоша. Ты там достал уже всех. Из-под тяжка вдалеке там что-то бомбит. Непонятно чего. Ускоряха. Я говорю, ускорях, убери. И побежали все мои там, сломя голову. Не, страж, тебе не пробиться. И тебе тритона снесли. Сразу же, так, хищнец. Упс, друидка правильно пошла, она по пятной, молодец. Дошарила до нее, что это не лучший вариант сталкиваться лицом к лицу, да, с хищницом. Вот мы сильные, но в ближнем бою, ребят, конечно же, нас порвут тут элементарно. Поэтому лучше нам стоять на определенной дистанции. Ну что, как ты видишь, победа, и там остается, по-моему, последний уровень, и мы пройдем с тобой территорию захватчиков. Так, ну здесь ясен перец, берем имбу-команду. Вот она. Наша имба-команда готова. Она всегда даст отпор любому врагу. Абсолютно. Хотя были моменты, когда мы и фейлились. Причем недавно довольно-таки. Так, ну что, давай, наверное, вызовем. Что-то никого не вызывает он. Ну я тогда, наверное, не буду спешить. Раз он... Си. О, напугал ты меня, парень. Как же я боюсь, ёлки-палки. Пришельца-то своего замызганного позвал. А я вот ведьму сразу позову, и все. И что ты на это скажешь? И этот охламон сразу дуплится. Ах, вот так вот. На тебе. Так, вот это вот не надо мне. Захватывать, там, перехватывать. Давай вот без этих своих выкрутасов.
Тритоша, щиты повесил, да? Не помогут твои щиты. О, еще делает у нас братюня. Да все, 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 тут крышка, ребят. Он даже не появился. Лорд пустоты даже не вылез. Даже своего носа не показал. Сикнул малька, короче. Ну что ж, мы с тобой забираем сундук. И... Так, квест завершен, охотник за сокровищами. И мы переходим с тобой на территорию Нефритовой долины. Ниндзя плюс самурай. Ну, ниндзя плюс самурай, я... Вот как думаешь? Блин. Тут ниндзя дешевка. Ладно, я рискну. Ну, вначале, конечно, самурай против самурая пойдут. Это ясен перец. Только вот потом будет не очень весело. А не будет весело, гоблина только позвать? Тут все зависит от того, ребята, кто быстрее упадет на колени и будет просить о пощаде. Мой не упал. Значит, мы тут фейлимся, да? Значит, мы тут фейлимся с тобой. А, нет, упал. Корни. Корни, говорю вам. В плане, блин. Три раза хлопнули и выжили, блин. Да идите вы в пень. Нифига вы там. Не, ребят, ну уж извините меня, но это, конечно, это имба была сейчас. Три раза они сдохли и три раза они воскресли. Да идите вы в пень. Фига тут читера, блин. Ты видел? Они в этих в корнях просто умирали и воскрешали. И причем три раза подряд, блин. Ну, шлепки несчастные. Че тут у нас? Забираем это все. Так, я возьму тогда другую команду. Фига они там устроились, блин. Вот эту вот возьму и все, им крышка. Хера ниндзя там у него, блин. Читер галимый, блин. Давай посмотрим сейчас, как ты запоешь по-другому. Мы сейчас тоже с тобой вызовем големов, блин. Големы, по-моему, сильнее, чем его эти самураи. Ну и также ниндзя посмотрим. Ниндзя у меня по фулке прокачаны. Сейчас будем смотреть. Сейчас его ниндзя будет, ребят. Как он призвал быстрее, блин? Опять вот вопрос. Как он позвал быстрее, а? Ну и чё? Ниндзя, вот ты дура, а? Вот, вот об этом я тебе говорил, что начнет молитву свою. Слушай, что не то, что не так-то опять идет, я не пойму. Вот ты мне объясни, что за фигня? У меня бойцы, блин, круче, чем у него, и мы фейлимся. Это что за дела? А? Какой у них уровень? Покажи ко мне. Я не, блин, я сейчас возьму другую команду. Так, эту что ли взять? Нет, это слишком. Блин, ну имбу брать на них. Твою налево, я не знаю, как быть-то нам. Вот это, по идее, должна была команда справиться с ними с полтыка. Ну, видишь, не получилось. Давай. Напросились чмошники. 98-99 уровень. Как они умудрились меня здесь пробить, я не понимаю. Давай, Ронин, выходи. Надо тут наказать человечка, блин, одного. Да это вышло мне. Ну что ты, ну, ну все равно. Ага. Вот, 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 вот об этом я тебе говорил. Начал свою молитву. Так. Давай. Чикс. Ну и все. Акай где-нибудь там, в другой стороне. Акай-то она мне тут. Давай, поехали. Достали, просто взбесили уже. Два фейла, блин, подряд. Что за дела, блин? Ть. Нормальное такое начало, я тебе скажу. Нормально, или мы... Да нет, все у нас было продумано. Все до мелочей, грубо говоря. Как умудрились продинамить, не пойму. Топ-команда. Всегда была нормальная команда. Самурай, у меня даже круче самурай, чем... А, у меня здесь не самурай, у меня здесь голем. Да все равно голем. Может быть, то, что отхил на нем не сработал. Только из-за этого. Куда ты, псина? Ну, стоит еще и лыбится там. Ну, давай, голема позовем.
Видишь, начинает ныть. Начинает плакать, начинает вот это все. Молнию. Че, ниндзя, все, припухло сразу же, да? Как молния получила по башке. Да что ж такое, чего у него там такие запсы-то все пугают моих этих юнцов. Так, увеличим немножко скорость. Давай, 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 родные мои. Да что там, блин? Все, распетрушили. Вот так и должно было быть изначально. Почему не пошло, я ума не приложу. Черепаха. Ну и что, черепаха? Что она нам сделает? Да ничегошеньки. Будет там издалека бомбить. На худой конец, если у нас БФГшка выстрелит своим супер ударом. Я надеюсь, что она выстрелит. То сразу же победа будет. Ну, как победа? Она сразу будет уничтожать этих черепах одним выстрелом дальнобойным. Ага, ага, видишь? Ну вот как вот это, ребята, называется, блин? Читеры, вот и все. Сразу начинает молеть будет это делать, блин. Безостановочно. Сейчас не удивлюсь, если и этот начнет молиться. Надо же, не молиться. Чудо просто какое-то из небес. Ну, две ниндзя-то по-любому будут мощнее, чем одна. Что? Что опять? Твою налево, во, мои низи. Да как так-то? Так, давай. Что-то трэш пошел какой-то. Друзья мои, что за трэшняк? Молния. Почему такой маленький урон? Я не могу никак понять. Ниндзя, ты же... Ага, все, по-моему, черепахи доигрались. Блин, самурай тут им помогает, а. И ниндзя там еще где-то кряхтит. Че, фейлимся, да, я потихонечку и смотрю. Да, получается, что фейлимся. Ты. Ну, приворожили. Будьте добры, вот эти черепах снесите. Вот, совсем другое дело. Ни за что бы не думал, что вот черепахи будут мне столько проблем приносить. Раньше мы их на изи разбирали. Что происходит опять, а? Слушай, наверное, нам нужно вызывать богиню солнца. Пошли. Надоело уже просто на них пребываться здесь. Ага. Все. Сразу взгрустнулась-то, я смотрю, вам, да? Как богиня солнца. Смотри, ты видишь? Она погибает и опять воскресает. Раньше такого не было. Один раз всего могла рисануться за одну смерть. А сейчас она рисуется, как будто это так и должно быть. Как будто она бессмертная, блин. Да, долго мы тут... А что такое, я не понял. Мы по времени, прикинь, сфейлились. Мы сфейлились по времени. У нас слишком долго затянулся бой. Трэш какой-то. Да, вот что значит долго и давно не играть. Потеряли мы с тобой немножко навык. Так, ладно, давай я, наверное, вот этот вот отряд возьму. Погнали. Тут друидка все дела. Но тут надо успеть просто по времени. И чтобы нам, как говорится, урона не нанесли. Тут будет паладин у меня разруливать. В принципе, всю эту ситуацию. Ага, явилась, не запылилась. Ага, минус. Сразу же причем. Че, сразу взгрустнулась, да? Я смотрю тебе, парень. Я Симпелес против такого дамага-то. На тебе, ё. Ну, заморозочка будет сегодня? Чик. Не заморозили никого, да? Ну вот. Пошел, пошел, пошел прогресс. Давай расхлобучиваем. Есть. Да.
Как-то немножечко обидно, что фейл за фейлом у нас было. Что тут такое, не пойму, что тут показывает мне. На первом месте. Погнали. Оставим эту команду. Мне она понравилась. Она мне всегда... У меня вообще была идеальная команда. Вот единственное, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Бежит хлыщ. Ну-ка, давай. Жить. Нормуль. Быстренько так его подкорректировали, да? Прическу ему. Ниндзя вышла сразу. Отдуплилась. Оба. Так, стопе. Псина, стопе. Ватник, а не псина. Опа, распилякали. Ну-ка, давай попробуем так сделать. Ниндзю, 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 крушим ниндзю. Ты видел? Она там погибает и опять резается. Заколебала она это делать. Так, этого тоже шуганули посмертно. Да, по-моему, все тут кранты будут. Что тут один удар остался. Разбомбашили. А здесь будет кто у них босс? Бог ветра, насколько я помню. Сейчас мы с тобой как раз-то и глянем. Да, тут бог ветра, но, естественно, мы берем с тобой вот этот отряд, у которого энергии, конечно, уже очень мало. Я думаю, что бог ветра даже носа своего здесь не покажет, опять же, как всегда он это делает. Что термин в последнее время делает то же самое. Что лорд пустоты, ну ты видел сам прекрасно. Шуганулся. Так, а вот это вот не надо. Вот это вот не надо, вот псину свою отправлять здесь. На. Уеживается мне здесь еще здесь. Так, ну что, ведьму призываем. Так, хорош. Вот так вот. Рони, давай. Шелести своими тапками. Все, черепаха, ты обделалась. Ты стояла у нас на пути, поэтому пришлось ее истребить. Но я же тебе говорил, что она не высунет носа, бог ветра. Испугался, бедно там зажался в своем царстве. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Сундук я только заберу. Сундук нефритовой империи. 9 гемов. Сакура. И переходим на территорию роботов. О, как. Так, ну что, у нас тут БФГшка плюс щитобот. Естественно, ребят, берем свою вот эту команду. Ну, щитобот, да, я не спорю, он сильный. Поэтому нам придется здесь использовать самурая. И вместе с ним придется вызывать нам... О, подожди, сейчас посмотрим. Либо банши, либо все... Ой. Нет, наверное, вот так вот сделаем. А корни-то я успею выпустить? Эй! Не знаю, ребята, корни, корни, корни. Слушай, ну, по-моему, нормально все, да? ВФГшка там, конечно, прыгает, но главное, что она до ниндзи... Ой, до ниндзи. До этого тыкву-голову не достает. Все. Пошел расколбас по полной программе. Щитобот по... Ой, все. Теперь кого бы он там не вызвал, мы их вообще будем разносить просто на расстоянии. Потому что тут еще и воблер, как ты видишь, прикрывает. Да-да-да-да-да, я еще и шипы достал, корни эти. Все, быстро. Тут у нас, конечно, хорошо получилось. Ну, роботы не сами по себе медленные. Так. Погнали дальше. Смотрим. А, у нас энергия тут закончилась на этом отряде. Вот она в чем проблема-то. Ну что, возьмем этот отряд. Да, я думаю, что этот отряд будет самый топчик. Против как раз этого молотильщика. Мы возьмем с тобой, например, голема. Стоп, стоп, стоп. Голема-то я забыл достать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Голем. Тыч. Да, он снесет его. Тыч. Так, теперь ниндзю. Блин, а ниндзя спряталась, да? Ой, ниндзя. Нет, не спряталась, мы его достали. Ага, у него тут щитобот еще. Тут и щитобот, молотильщик, господи, о чем я?
заставили. Ну, хотел бы на. Не тут-то было, на. Готов, хлопчик. Так, следующий готов. Они не успевают здесь что сделать. Ураганом их прижучим. Ты щит потерял, свой парень. Без щита остался. Это обидно, конечно, было. Обидно, когда молотильщик погибает, ребята, и выпускает вот эту свою циркуляру. Вот опять он появился, да? Дай энергию сюда. Поэтому лучше выпускать големов и, конечно же, жабу с молотом. Трэш. Ну что там осталось по удару нанести? Все. Трансформатора дайте только мне. И двигаемся дальше. Так, тут еще одна энергия есть. Посмотрим, кто здесь. БФГ. Ага, бомбер. Бомбер. Ну, если мы не будем попадать под удар бомбера, то все будет, в принципе, отлично. Ну, как это сделать? Он же обычно его в первом выпускает, да? Бомбера по воздуху. Сейчас полетит он. Что-то не выпускает никого. Давай тогда я выпущу. На. Попал все-таки, а. Так, выходим. Ну и пошли потихонечку, начинаем, ребят, бомбашить. Допустим. Допустим. Этого уничтожили. Так, бомбера, бомбера. Есть контакт, даже никого не уничтожил. Все шито-крыто. Ух. Ну, родные, тогда извините, тут вам вообще не повезло капитально. Так, бомбер, вот бомбер вышел. О, что-то сразу распетрушили там. Все, трансформаторная будка сейчас полетит к Еврею Фее. Дай монетку. Ну вот, как-то так, там совсем немножко у нас осталось. Здесь энергия закончилась, а тут два уровня еще. И здесь хилбот. Так, ребята, это такая противная команда, если честно. Очень противная команда. Когда хилбот, он, естественно, будет под чьи-то ботами ставить. Плюс молотильщики. То есть мои вот эти вот ребята, баллисты, они, ну, они будут погибать здесь. Пачками причем будут погибать. Так, джаггер, 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 выходи. Дальше давай, наверное, так вот сделаем. Пич. Застанили. Ну, а теперь вот баллиста нужна. Иначе мы не сможем здесь ничего сделать. Клетка. Тих. Ну. Что там, я не понимаю, что происходит-то там? Да, ну, ну вот, что он делает. Все-таки бомбанули, да, пробили. Баллиста. Тогда вызываем баллисту, зомби. Да какого ты? Ты посмотри, что творит. Просто ты полюбуйся, что вытворяет. Да ну нафиг. Смотри, 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 что делает. Ага, мы все-таки уничтожили, да, этих хилботов. Отлично, хорошо. Ускоряха. Ускоряха мне нужна. Так, давай-ка там друг друга бомбите, не знаю, там, что хотите, делайте. Чпок. И накрыли мы их там медным тазом. Но он один там не справится, естественно, не справится. Джиггернаут. Так, слушай, а если мы жнеца с тобой позовем? Не успей еще позвать ты этого жнеца. Я как бы успел позвать, но... Будем армию свою потихоньку плодить. Этот сразу там стоит обделавшийся. Ну, нам как всегда, да? Нам как всегда не хватает дамага. Или все, все, нет, все нормально. Зомбики мои ватнички.
Ну что, ты доигрался или нет? Ах, мы сфейлились, ребята, по времени. Блин, да что ж ты будешь делать? Я слишком долго затянулся бой у нас, короче. И хватило это буквально секунд... Ну, минуту, грубо говоря, да? Да, минуты нам не хватило, чтобы его подбить. Надо было сразу мне жнеца вызывать и не муслякать там. Нет, не надо мне следующей миссии. Ну что, нам придется, наверное, опять же вот этим отрядом пытаться, блин. Или вот этим. Кстати, вот этим отрядом даже будет лучше. Чем, ребята, лучше? Ну, тем, что здесь тыквоголовый. Тыквоголовый все-таки, если снаряд попадает, то он захватывает довольно большой радиус. Именно радиус поражения. Ну и плюс тут еще не забывайтесь. Ну, правда, вот против... Против вот этих молотильщиков они, конечно, беспонтовые. Это ни для кого не секрет. Ну давай, корни-то свои выпускай. Вот стой, сейчас молотильщику подохнет, пилу свою выпустить, и пол армии у меня здесь полежит. Сразу же причем. Я хочу успеть жнеца позвать, ребята. Попытаться. Если жнец выйдет, будет прикольно. Ой, жнец, ё-моё, тут же старый дед жнец. Чё это меня накрыло-то так? Вот, сейчас будем, короче, тут в разнос всех. Оба, пошел, 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 родной. Эти молотильщики нам тут вообще не в указ. Ты бишь. Давай, давай, иди. Бабах. Эти хилботы там сразу сыпятся просто пачками. Ты бишь. Ну да, тут немножко нас покорежили. Но зато дед идет и наказывает. Идет и наказывает. Все, осталось совсем чутка. Базу мы ему сейчас разнесем. Давай, 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 там пару, все. Ну, старый дед, да. Старый дед бразды не испортит. Последняя миссия здесь, и мы берем с тобой нашу топовую команду. Хотя здесь ядерный робот, который... Слушай, ну в последнее время он успевал вылазить, как ни странно. Вот он, самый ничтожный из боссов, успевал вылазить. Но я думаю, что здесь вряд ли он успеет вылезти. Хотя даже если он вылезет, ничего страшного, ребят. Ага, вот так вот, да? Вот так вот, сразу щитбот и хилбот. Я знаю, на что вы намекаете. Давай, блин, без бегунства побежал. Ладно, вдвоем-то они все равно разеребанят. Так, хилбот. Сразу такой беспомощный стоит, сопли на кулак наматывает. Ну, опа. Ты все сам видишь, что тут происходит. Тут без комментариев. Ну что, и все, даже робот не выйдет. Не-а. Они просто не успевают. А раньше они нам мозги компенсировали, а теперь просто не выходят. Ну что, мы продолжаем поединок. Забираем здесь сундук робота. Трансформатор выпал. И это у нас... О, последняя. Последняя локация. И мы перейдем с тобой на новый портал. Погнали. Так, здесь у него бородавочник, да? И... Ну тут понятно, нужно будет выпускать зомбаря. А, он еще и выживает даже. Ух. Хе-хе-хе. Еще и наносит урон. Так, хил этот, джиггернаут. Конечно же, джиггернаут нам здесь нужен. Что ты машешь? Слишком поздно машешь-то. Ты дышишь, распетрушили. Опа, прикрыл зобик, молодец, красавчик. Что я сейчас делаю? Зачем я вот так сейчас тупанул? А, мы замок тоже схватили? Оу. Значит, мы замок тоже можем схватить в эту в клетку. Так что ли получается? Ну и все, в принципе. Тут, ребят, сейчас замку крышка. Бамс. Найс.
Так, ну что, переходим с тобой на следующий поединок. У нас тут энергии пока хватает. Ну давай. Блин, жаба с пушкой, точнее с этим. Ну да, с пушкой. Не особо мне здесь, конечно, нравится. Она еще замораживать же может, ко всему прочему. Насколько я помню, если мне память не изменяет. Ну, кто-нибудь выйдет? Пинц. Ой, ой. Стопы, 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 родные. Ну-ка. Да иди ты в пень, ты достал. Есть. Ну, пинц. Вот так вот будет, скажем. Попробуем сейчас. Ха-ха. Ну, он успел все-таки звездануть, да? Получается. Да что тут творится-то? Не врублюсь нифига, подожди. Ускоряшка. Ну-ка. Клетку тогда давай хотя бы что-то вызови, я не знаю. Плюс баллиста. Плюс зомби. Ага, ага, отлично. Давай, зомби, прикрывай. Джаггер теперь выходит. Так, минута, ребята, у нас осталось времени. Минута. Нам нужно все успеть это здесь уничтожить, раздребунить. Сейчас попробуем жнеца с тобой позвать. Так, ураганчик применяем. А, жнеца. Жнец стоит не 400, а 500. Все. Так, пилон, отдай сюда. Прекрасно. Ну что, погнали дальше. Две энергии еще есть. Нам должно, в принципе, хватить, ребят, на прохождение до следующего портала энергии. Тишина, затишье какое-то, да? Затишье перед бурей. Я коплю на жнеце, друзья. Хорошо, что он просто вышел, а мог бы и с разбега. Ага. Ну, ой. Стоп, 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 прикрываемся, отлично. Воблер сразу с выстрелом добегался там, пройдоха несчастный. Дай монетку сюда. Да давай в клетку его схватим. Ага, воблер, воблер выручает его. Вытащили все-таки, да? Они за это поплатились. Окей. Давай, 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 родные мои. Что там, я не могу понять, что происходит? Почему ты зомбарей своих не плодишь, а? Жнец, скажи-ка мне на милость. А нет, вон там зомби один вышел. Вон там. Ну и прекрасно. Выиграли мы. Последняя тут у нас энергия на этом отряде. Но это ничего страшного. Жаба с пушкой. Так, квест тактик завершен. То есть мы с тобой заберем еще. Ой! Подожди, 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 чуть было. Вот так вот. Найс. Вышел. Губошлеп, да? Идет. Давай на баллисту и прикроемся еще. Ну, вот так вот. По крайней мере, нашу баллисту хотя бы мы прикрыли. Вот в чем суть-то. И по итогу, мы с тобой сделаем вот так вот. И Джиггернаута позовем. Эй, пускай там в клетке сидит и мучится. Дурила деревянная. Окей. Так, жаба с молотом тут выпендривается, но безрезультатно. Еще, наверное, баллисту позвать, как обычно мы делаем, да? Еще одну баллисту призываем, и все, и больше нам здесь никто ничего не навредит и ничего не сделает. Так, это зараженный, при смерти он превратится в зомби. Но. Так, что-то там забулькало все, заколокотало. Вот это вот, вот это вот. Тихо, тихо, тихо. Фух, он мог одним ударом просто двоих сразу снести, если честно. Поэтому я и запереживал. Времени у нас минута. Успеем мы этот пилон завалить?
Мы, в принципе, должны успеть. Баллисты стреляют они по 3 стрелы, то есть и по противнику, и по башне. Да. Тыкс, тыкс. Ну, что, остается последний заключительный поединок у нас здесь. И... так, здесь мы заберем. Опа. 3 гемчика, как с куста. И, естественно, это пойдет вот команда наша, супер бравая. Тут повелитель разума. Так его, по-моему, величать, да? На самом деле его называют смотритель. Ну, я его называю повелитель разума, потому что он под гипноз берет наших юнитов и начинает, естественно, с ними тут манипулировать. Ну-ка, Ронин в чешках? Без. Без чешек он побежал, поэтому сфейлится сейчас. Ну да, сфейлится. Хотя, подожди, он взял скорость, успел. Молодец, красавчик. За счет скорости победил. Ну, а тут, естественно, сейчас отдуплится. Ну-ка, давай влупим. Тынц, тынц, все. Отдыхайте, красавчики. Ну, бородавочник еще тут явился. Роня, ты будешь сегодня? Не хочешь нифига, да? Хотя и этого хватит, ребят. Все. Как ты понимаешь, опять босяра даже не вылез. Даже не высунулся. Ну что, забираем свой сундук. Честно заслуженный. Это все у меня есть, это все у меня прокачано. И телепорт. Так. И ядерный робот. Всадник на журавле и страж. И новый свеженький портал нас ожидает, ребята. Здесь территория нежити, это первое. Потом гарнизон, короче, да. Долина подданных, плюс роботы. Долина нефритовая. Плюс опять подданные и телепорт. У нас, если есть где-то энергия, мы, конечно же, с тобой отыграем ее. Так, здесь энергии нету. О, здесь еще аж целых 2. Вот, итого у нас получается 3. Поехали. Так, а тут расстояние маленькое, да? Ну, в принципе, если мы вызовем щитобота плюс молотильщика, этого должно хватить. Че он там, даже нос-то не... Эй, вот зомбики. Оу, тихо. Молодец, молотильщик сразу же понял, что нужно делать, упускать свою циркуляру. Потому что с банши, ой, с этой снекро лучше не шутить. Она начнет этих колобков своих выводить, и все, это начнется, короче, трешняк. А так у нас все четенько, сам видишь. Да. Все колобки побежали, поскакали, но не доскакали, мы уничтожили замок. Отлично, продолжаем бой. Второй, так, что у нас тут? Ага, а у меня тут... Подожди-ка, чумнуха, если... Ну, есть только паладин, а успеет ли он? Чумнуха-то это, конечно, фигово, ребят. Попробуем сейчас паладина вызвать в первую очередь, потому что против чуной мыши только он сможет. А, ну еще всадник на журавле. Да. Я же говорю, что вызовет. Так, и с этим хламоном тоже нужно что-то делать. Сейчас попробуем его наказать. Отлично. Наказали. Так, чумнуху наказали моментально. Одного удара было достаточно. Ну тут понятно все. Упс. Ой, я уже думал, что-то глупость какую-то сделал. Нет, все нормально. Всадник на журавле уничтожил эту чумную мышь, которую мы начали подтягивать. А дальше я что-то думаю, что ему спасения здесь уже не будет. Быстро, быстро у нас получилось. Так, ну что, энергии здесь нет. Смотрим по отрядам. Здесь, да ёк-макарёк, здесь у нас есть, да? Ага. Ага, здесь зомби-камикадзе. Кого будем отправлять на... А, у нас же ниндзя, в принципе. Она, по-моему, довольно неплохо контрит как раз этих зомби взрывных. Она их на расстоянии. По-моему, они даже не успевают подойти к ней. Сейчас проверим. Да. Единственное, на чем он может подловить, на кислотной луже, которую оставляет после себя. Но это, опять же, не факт, что он ее оставит. Опачки. Тихо. Ну да, тут все идеально. Видишь, кислотная лужа, ребят? Вот на этой кислотной луже ниндзя очень хорошо получает урон, поэтому только если за счет этого он мог бы нас тут вздрючить. Но вздрючили мы его. Поэтому двигаемся дальше. Так, здесь энергии нету, здесь нету. Здесь одна, это имба-отряд. Да, ребята, последняя энергия у нас.
К сожалению. Ну да. Ну что ж, будем отыгрывать ее. Все, как говорится, до последней капли крошки. Капли крошки? Что это за выражение? До последней капли крошки. До последней капли крови, говорится правильно. Ну что, поехали. Стоп, а что я перед... О, Каспер, здорово, давно не виделись. Давно мы не видели этого Каспера. Я, наверное, сейчас ро... Стоп, нет, тогда уже не Ронин. Тогда уже вот так вот. Так, ну и тогда я тоже буду вызывать чумную мышь. Какой умный. Хе, о, слушай, вот это вот плохо. Вот это вот плохо. Поехали, врубай, активируем, короче. Захрустели кости там у кого-то. Они вдвоем справятся, да? Чумная и наш Ронин. Распетрушили. Ну вот, друзья мои, вы просили, чтобы я поиграл в Tower Conquest. И я поиграл для вас сегодня специально. Ну и для себя, чтобы, как говорится, освежить былой свой навык. Но без фейлов, как ты видишь, сегодня не обошлось. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.